Всем привет, с вами канал Деньги в интернете, и в сегодняшнем видео мы поговорим о сервисе, при помощи которого можно создать интернет-магазин. Данный сервис мелькал в одном из прошлых видео, но сегодня мы разберем его поподробнее. Поехали! Итак, мы зашли на сервис dir.io, ссылка будет на него в описании, и видим, регистрируйся прямо сейчас. Просто вводим логин, e-mail и пароль, и все, и нажимаем регистрация. Регистрация здесь очень простая, давайте взглянем на алгоритм работы в данном сервисе. С нами зарабатывать просто. Первое, зарегистрируйтесь, второе, настройте кошельки для приема средств, третье, загрузите товары, и четвертое, получайте деньги. Можем увидеть, что здесь установлена фрикасса, и при помощи нее будут совершаться все финансовые операции. После регистрации у нас появится страница, где будет написано, что мы еще не создали ни одного магазина. Нажимаем на кнопку «Создать магазин», и здесь появляется форма. Вводим имя домена, выбираем срок аренды. Кстати, чем дольше вы выберете срок, тем дешевле у вас будет месячная плата. Способ оплаты — фрикасса или биткоин, или же личный счет в данной системе. После этого нажимаем «Перейти к оплате». Так как тратить 500 рублей на аренду магазина мне сейчас бессмысленно, я покажу вам, как выглядят магазины на чужих примерах. А чтобы их посмотреть, можно перейти в раздел «Каталог». Каталог магазинов, указан магазин и его описание. К сожалению, здесь имеются далеко не все магазины, не знаю, по каким критериям они сюда отбираются, может быть, это покупка рекламы на сайте. Аккаунты ВКонтакте по низким ценам, дешево, валид, живые группы, самые дешевые аккаунты vk.com на рынке. Магазин аккаунтов Google, аккаунты ВК, продажа от одной штуки. В одном из прошлых видео мы чуть-чуть затронули тему о том, куда сливать аккаунты, которые мы будем регистрировать при помощи SMS активаций. Эта категория аккаунтов называется авторег. Я вам подсказываю еще один способ продажи аккаунтов. Мы находим подобные магазины, и здесь есть такая графа: поставщиков аккаунтов, купонов или игр приглашаем к сотрудничеству. Вы можете сотрудничать с данными магазинами и продавать им оптом эти аккаунты, которые вы будете регистрировать сами. Кто не знает, авториги — это такие аккаунты, которые зарегистрированы при помощи SMS-активаций, то есть сервисов по SMS-активациям. Допустим, вот есть сервис SMS Activate, здесь имеется большое количество разных социальных сетей и других подобных сервисов. Ссылка на него также будет в описании. Кстати говоря, мы не затрагивали тему о том, как понизить риск бана аккаунтов ВК. Об этом, скорее всего, будет отдельное видео, но я сейчас вам быстро расскажу. На сайте есть такая категория: аккаунты в авторег ВК Россия для масс-лайкинга. То есть это массовый лайкинг при помощи различного софта. Написано: давно зарегистрированы, есть отлежка и история, более устойчивы от бана. То есть вы уже поняли, новоиспеченным аккаунтам необходимо отлежаться и иметь некоторую историю о добавленных друзьях, подписках и, может быть, чуть-чуть лайках. Через некоторое время, ну, наверное, в среднем месяц, они становятся более устойчивыми от бана. Допустим, это объясняет тот факт, почему ваши личные аккаунты, которыми вы пользуетесь более года, не банят при подписках, лайках и прочем. Потому что система видит, что вы пользуетесь ими давно, и у них есть своя история. Тут, кстати, большое количество авторег аккаунтов, они ценятся больше, чем новоиспеченные. Поэтому вы можете иметь в виду, если хотите заниматься данным делом. Услуга на данном сервисе стоит 500 рублей в месяц, если заказать на год, то будет 350 рублей в месяц. Это почти на треть дешевле. Лить трафик можно различными способами, особых предпочтений нет, но давайте я вам покажу один из способов. Есть такой раздел, называется «Поиск товаров по магазинам» на сайте dir.io. Переходим в него и видим здесь форму поиска. Допустим, мы вводим vk.com авторег. Видим здесь большое количество полученных запросов. При помощи данного поиска товары парсятся по магазинам. Также мне непонятно, каким образом это делается, возможно, это специальная реклама на данном сайте. Также есть платный способ рекламировать свой магазин. Заходим в раздел «Реклама» и здесь заказываем рекламу. Тут видим, в каких разделах вы можете купить рекламу. Она довольно дорогая, но я думаю, и в принципе доход с нее неплохой. Ну а на сегодня все, дорогие друзья. Такой лайтовый обзор получился. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии.
Ну а с вами был канал «Деньги в интернете». Всем до новых встреч. Итак, давайте снова выберем троих победителей по конкурсу в комментариях, вставляем ссылку и нажимаем «Мне повезет». Первый – Евгений Адидас. С комментарием «Интересно». Давайте выберем следующий комментарий. Антон Крючков, норм видос. Спасибо, приятель. Итак, выберем следующий. Аскер Н. Зашибись. Да, действительно зашибись. Данных победителей конкурса я прошу отписаться нам либо в личные сообщения Ютуба, либо в группу ВК, чтобы забрать свои 30 рублей. Если вы не победили в данном конкурсе, то рекомендую вам написать комментарий под видео, чтобы участвовать в следующем.